Всем привет, это Виктор, я трактор. Сегодня 15 сентября у нас. Поехали пробилкой поработать знакомым в СНТ. Ну вот, собственно, сгрузился, мчимся по садоводству. А тут вот такой вот малыш работает. Так, вот добрались на объект. Я брал. Вот такой у нас фронт работ сегодня. Что успеем, то успеем. Вот так вот очень удобно. Подъезжаем прямо к куче, чтобы человек не таскал. И все, он стоит и просто закидывает. Ну, сегодня, как и предполагалось, не успели. Ребята выдохлись. Будем, видимо, завтра продолжать. Но тут нафигачили, будь здоров, опилок этих.